давала посылку. Долгожданный чехол с оленем. Наверняка это мой. Нет, это опять папе. Почему? Ну, я же заказывал себе два чехла. Точно. Мне же тоже. Ну, тебе еще придет чехол. Не надо. Ты хочешь такой с оленем? Вот такой с оленем хочешь? Выглядит приличненько. Приличненько и мягенький, такой хорошенький. Жесткий, даже я бы сказал. Ощущается как мягкий. Померяем сейчас. Мне же тоже нужен. Для Миши Стова. Я хотел, чтобы мне тоже был. Но этот получше, чем предыдущий чехол был. Он прям как ткань. Вот здесь вот. И под камерой нормально вырезано. Ну, мне тоже надо. Мы ссылку оставим? Mm-mm. Нет? Никому не дадим ссылку. Mm-hmm. Если что, она в описании.